Всем привет, дорогие зрители. Я нашел очень хороший вариант в районе Махмутла, на улице Ататюрка. Приблизительно здесь расстояние до моря 550 метров. Максимум, скажу даже, 550 метров. Нашел четырехкомнатную квартиру, 3 плюс 1, 160 квадратных метров. Не обставлена, пустая, по очень выгодной цене. Это срочная продажа. Сейчас я покажу вам балкон. Вид с этого балкона, как вы видите, смотрит на бассейн и на здание. Вот такой балкон. Большой балкон, скажем. Вот улица Ататюрка. Пройдемся в квартиру. Здесь как бы хозяйская спальня, скажем. При закрытии дверей шума нету, шумоизоляция хорошая. Проекту 15-16 лет. Старый турецкий дом. Вот это хозяйская спальня. Тут шкаф-купе стоит и есть свой санузел. Такой вот санузел. Нужно потратить на ремонт приблизительно 2000-3000 евро. И также обставить приблизительно 4000-5000 евро. Поставить всю эту квартиру. Ну, грубо говоря, полностью вам обойдется 6-8 тысяч евро, если обставить так очень красиво, с интерьером, с дизайном. И можно бюджетный вариант также сделать. Обойдется бюджетный вариант 4-5 тысяч евро. Вот такой здесь второй санузел. Просторный коридор, также прихожая в этой стороне у нас. Вот это прихожая, это дверь. Квартира находится на третьем этаже. Присутствует тут лифт. Вот, присутствует лифт. Бассейна у этого проекта нету. И также генератор отсутствует. Значит, комнаты, отдельная кухня. Пока что я сниму дополнительную спальню. Вот такая дополнительная спальня. 160 квадратных метров. Очень просторная квартира. По очень выгодной цене. Цену я скажу в конце ролика. Вот это гостиная комната. Просторная, с выходом на балкон. Также есть выход на балкон с кухни. Самое главное для наших женщин – это кухня, отдельная кухня. Вот это вам отдельная кухня с выходом на просторный балкон. Шумоизоляция нормально, звука не слышно, так как это первая линия Ататюрка именно улицы. Очень просторный балкон, вот отсюда до туда. Вот такой вид. Есть магазин Carrefour Mini. Всякие разные магазины, хозяйственные магазины и так далее. Хочу как бы подытожить итоги о этом проекте. Проекту 15-16 лет. Находится на третьем этаже. 160 квадратных метров. Цена этой квартиры 57500 евро. Торопитесь, дорогие зрители, у меня же есть такие клиенты, которые ищут с отдельной кухней, может, я уже им скину. Для более подробной информации пишите, звоните по номеру, который указан в описании, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, у нас выходят эксклюзивные варианты. Звоните, пишите по номеру, который указан в описании. С вами был Агасий из Солнечной Алании. Всем пока-пока!